Уважаемый Дмитрий Анатольевич, уважаемые коллеги, мы традиционно встречаемся с президентом в конце года, подводим итоги. У меня еще будет возможность после этого мероприятия сделать это в таком рабочем режиме, поподробнее поговорить. Мы только что с коллегами как раз обменивались мнениями по поводу результатов уходящего года. С министром финансов, с министром экономического развития подводили некоторые цифры, освежали. Должен сказать, что мы многое сделали за этот год для укрепления фундаментальных основ российской экономики. И это хороший результат. Без всяких сомнений, и Дмитрий Анатольевич уже об этом сказал, за социально-экономическое развитие страны прежде всего отвечает высшие исполнительные органы власти, правительство Российской Федерации. Это наша с вами работа, но она не была бы такой результативной по этим направлениям, если бы мы не чувствовали поддержки президента, не работали бы в тесном контакте с Центральным банком Российской Федерации, с другими нашими коллегами, с Академией наук, с общественными организациями, с объединениями предпринимателей и с профессиональными союзами. Решения, которые мы вырабатывали, они строились на учете интересов всех групп, вырабатывались не спеша. Мы, прямо сказать, нам стоило немалых усилий выкарабкиваться из той ямы, в которую нас затащил кризис. Но в конце этого года последствия глобального экономического кризиса в российской экономике преодолены. И это результат хороший. Есть и моменты, на которые нам, безусловно, следует обратить внимание. Вопросы, которые мы, безусловно, должны будем нарабатывать в ближайшее время, вне зависимости от внутриполитического календаря. И это вопросы социального характера, вопросы доходов наших граждан. Об этом, безусловно, будем говорить сегодня тоже на заседании правительства. Но в сегодняшнем, вот в этом формате, я бы хотел поблагодарить Дмитрий Анатольевич вас за поддержку, всех наших коллег и еще раз выразить слова благодарности всем членам правительства Российской Федерации. Большое вам спасибо. С наступающим Новым годом.